микрорайоне Барановичи появилась остановка. Такой, казалось бы, простой объект инфраструктуры местные жители ждали давно. Это позволит улучшить условия ожидания транспорта. Люди смогут укрыться от непогоды и присесть. Сейчас был произведен монтаж самого остановочного павильона, затем происходит бетонирование основания павильона. Затем еще установим мусорку для людей, чтобы было удобнее и комфортнее. Еще одна в ближайшее время появится на улице Гожской. Услышали и жильцов домов около центральной поликлиники. Они обращались к местным властям с просьбой заменить тротуар около учреждения здравоохранения. Сотрудники ремстроя «Автодор» завершают здесь работы, а также меняют покрытие и по улице Ольги Соломовой.